Привет, ребята! Приветствую всех моих подписчиков и тех, кто случайно зашел на мой канал в поисках информации о Риме. Рим прекрасен в любое время года. Каждый сезон дарит новые незабываемые впечатления. Сегодня я хочу поговорить с вами о самом жарком месяце в Риме. Как спастись от жары, в какое время гулять и что можно посмотреть. Рим в августе напоминает сауну. Большая влажность, духота и жарко. Поэтому стоит правильно выбирать время для прогулок. Лучше всего начинать рано утром, с 7 утра и до 10, и во второй половине дня после 17. Очень часто в своих видео я называю утреннее время самым удобным временем для прогулок по Риму. Но, во-первых, вы больше увидите и ближе познакомитесь с Римом один на один. А во-вторых, в августе это особенно важно, потому что утром не так жарко. В остальное время можно отдохнуть в гостинице или посетить музеи, в которых свежо и прохладно. А также в это время можно прогуляться по парку в тени деревьев или провести время в римских церквях, в тех, которые не закрывают на обед. Собираясь в августе в Рим, в чемодан упакуйте только летние вещи – шорты, футболки, майки. Обязательно возьмите солнцезащитные очки, солнцезащитный крем и удобную обувь, в которой вы сможете подолгу гулять. А пешком вам ходить придется долго. Если быть точнее, то я советую гулять по Риму только пешком. С этой улицы открывается прекрасный вид на массивную стену из квадратных блоков, которая была построена при августе. Тем самым был отделен не очень благоприятный район Древнего Рима, Суббура, от форума Августа. Если вы планируете посещать музеи Ватикана и собор Святого Петра, то помните о дресс-коде. Плечи и колени должны быть прикрыты, иначе вы рискуете не попасть туда. Женщинам я советую взять легкий платок или шифоновый шарф, которым можно прикрыть плечи. А теперь внимание! Новые правила 2019 года. Теперь туристам запрещено неправильно пить из римских классических фонтанчиков на зоны, прикладываясь к ним губами. В этом случае предусмотрен штраф. Вот поэтому лучше иметь с собой бутылочку, чтобы потом не пришлось дорого платить за глоток римской воды. Ох уж эти новые правила и штрафы в Риме. На испанской лестнице и на бортике фонтана Треви теперь сидеть нельзя, а тут еще и нужно правильно пить с фонтанчика. В следующем видео покажу вам, как правильно пить из римских фонтанчиков. Это должен знать каждый турист. Август имеет свои плюсы и минусы. Для кого-то из вас солнечная погода, понятно, это плюс. Для местных жителей жара – это большой минус. Но самый большой плюс августа – это теплые вечера и ночи. Прекрасное время для романтических прогулок под звездами. Летом в Риме очень часто проводят бесплатные концерты. Сайт, где можно посмотреть всю программу летних вечеров, я оставлю под видео. Обязательно воспользуйтесь ей. Там вы сможете посмотреть, когда и где показывают фильмы под открытым небом, где проходят бесплатные концерты и спектакли. Ребята, очень полезная информация. Возьмите на заметку, чтобы по максимуму увидеть летний Рим. Концерты и выступления проходят по всему Риму. У театра Марчелло, на холме Янику, у замка Святого Ангела, в базилике Санта-Мария и на Рачелли, куда мы сегодня заглянем, и во многих других местах. Мы находимся на улице Императорских форумов, которая проходит от Колизея и до площади Венеция. Эта улица была построена по указанию Муссолини в 1932 году. Она проложена по самой сердцевине Императорских форумов,
где на протяжении столетий властвовали императоры и соревновались друг с другом в роскоши. В этой базилике проходят бесплатные концерты не только летом, но и зимой. Это просто потрясающее зрелище – увидеть базилику при полном ее освещении, да еще и с музыкой. В базилике насчитывается 22 античные колонны. Они были взяты из различных древних строений. Здесь можно увидеть разные стили колонн и материалы, из которых они сделаны. Будьте внимательны при рассмотрении. Если присмотреться, то колонны отличаются и по высоте. Некоторые колонны стоят на каких-то базах, а другие вообще без оснований. А эта колонна, украшенная фреской с изображением Мадонны и младенца, считается работой 15 века. В церкви Санта-Мария и Нарачелли справа от входа находятся фрески Пинтурикью. Фрески посвящены святому Бернардину. Пинтурикью – это псевдоним или прозвище, называйте как хотите, а означает «маленький художник», то есть он был маленького роста. Запомните это имя, ведь работами Пинтурикью можно наслаждаться не только здесь. Список его работ в Риме оставлю под видео. Самое лучшее естественное освещение здесь во второй половине дня. Возьмите это на заметку. Ведь всю красоту работы автора можно рассмотреть только при хорошем освещении. А вверху стоит защитное стекло. Интерьер церкви великолепный. Церковь очень большая, украшена фресками и скульптурами. Про эту церковь я не раз уже рассказывала и показывала ее, а сегодня я зашла сюда, чтобы на несколько минут спрятаться от солнца. И опять не удержалась, начала снимать, ведь она такая красивая. Между окон находятся большие фрески со сценами из жизни Богоматери. Фрески очень яркие и притягивают взгляд. Особенно хорошо их можно рассмотреть при хорошем освещении, как сегодня. Лестница, которая ведет в базилику Санта-Марии и Нарачелли. Раньше люди по этой лестнице поднимались на коленях, вымаливая прощение за все свои прегрешения. Вот здесь вход в базилику. Отсюда открываются прекрасные виды на Рим. Обязательно подойдите и к этой стене, которая находится рядом с выходом из базилики. Отсюда открывается прекрасный вид на Капитолийскую площадь и конную статую императора Марка Аврелия. Это Капитолийские музеи. За Капитолийскими музеями находится еще одна замечательная терраса – терраца Кафарелли, с которой открываются красивые виды на Рим. Чтобы попасть на террасу, вам нужно пройти вон в ту арку. Пройти чуть-чуть прямо, и вы увидите дверь слева. Заходите. И, поднявшись по лестнице, попадете в бар, а через бар уже выйдете на террасу. Широкая и пологая лестница – это лестница Кордоната, которую спроектировал Микеланджело в середине XVI века. Поднявшись по ней, вы попадете на площадь, которую я только что показывала с высоты. Она поразит вас своей красотой. В глубине площади находятся прекрасные смотровые площадки на Римский форум. В этом видео я их обязательно покажу.
С 19 июля по 3 ноября 2019 года в капиталистских музеях Палаццо Кафарелли проходит выставка «Лука Синьорелли», чьими работами в свое время восхищался Микеланджело. Сегодня я пришла сюда на выставку, но снимать было запрещено. А пока искала зал, где расположилась выставка, прошлась немного по музею. Сразу во внутреннем дворике музея мы видим части статуи императора Константина. Чтобы вы могли понять, насколько большие части статуи, так вот правая рука статуи Константина размером 166 сантиметров. Оригинальная бронзовая скульптура капиталистской волчицы, символ Рима. У меня на канале уже есть полные видео с капиталистских музеев. Вы всегда их можете посмотреть. Когда жарко, как сейчас в августе, или плохая погода, а гулять хочется, я захожу сюда в капиталистские музеи. Я, как местный житель, по карте МИК могу бывать здесь бесплатно. Для туристов, чтобы попасть в капиталистские музеи, не надо задолго бронировать билеты, стоять в очередях. Можно просто, прогуливаясь по археологическому центру Рима, дойти до капиталистского холма, подняться по лестнице Микеланджело, и вы уже у входа в музей. Только что я вам в зале показывала оригинальную бронзовую скульптуру капиталистской волчицы, а вот здесь находится ее копия. Теперь вернемся к террасе Кафарелли, про которую я рассказывала в начале. Поднимаетесь вот по этой лестнице, сворачиваете налево, и перед вами бар и выход на террасу. Прекрасные виды на Рим. А вот эта арка, через которую вы должны будете пройти. А это уже другая терраса. Когда я бываю в капиталистских музеях, то обязательно захожу сюда. А чуть позже я покажу вам, как можно увидеть Римский форум, не заходя в капиталистский музей. Дверь справа – это вход в капиталистские музеи. Мы же идем прямо. Там находится смотровая площадка. Небольшой кусочек античной дороги. Это уже более современное. Туристов очень много, несмотря на то, что время очень жарко.
Но все равно я всем советую гулять утром. Посмотрите, какой прекрасный вид на Колизей отсюда. Ну а теперь пойдемте покажу еще одну смотровую площадку. Здесь рядом находится. Вот я вернулась к капиталистским музеям, а сейчас сворачиваю направо. Ребята, про римскую волчицу вы, наверное, уже поняли, что оригинал находится в капиталистских музеях, а это всего лишь копия. А теперь спускаемся вниз к смотровой площадке. Тут рядом фонтанчик находится. И вот мы приближаемся еще к одной смотровой площадке, которая находится на Капитолийском холме. Удивительно красивые площадки. И можно спуститься даже ниже. И еще вот такой вам вид на Капитолийский холм. Самое популярное место для любителей кошек находится на площади Торре Арджентина, в самом центре Рима. На небольшой площади между домов и остатками от древних храмов находится настоящий кошачий рай. Сейчас мы идем по улице Джуббонари, в переводе «Улица портных верхнего платья». Это одна из улиц, которая названа по профессиям обитателей. Она приведет нас на площадь Кампо де Фиори. Утром там продуктовый рынок, а во второй половине дня – любимое место отдыха местных жителей и туристов. Прогуливаясь по улице Джуббонари, ее оценят любители шопинга. Если вы любитель шопинга, то в Италии с июля по август проходят распродажи с хорошими скидками. Такие распродажи бывают только два раза в году – зимой с января по февраль и летом с июля по август. Вот вам еще один плюс, если вы приедете в Рим в августе. В это время можно приобрести действительно хорошие брендовые вещи по весьма привлекательным ценам. Yeah.
где написано «Сальди», заходите. Это скидки. Мы подходим к площади Кампо де Фьори. Это площадь, на которой с утра находится буйный старейший рынок. Потом все лавки разбирают, товар увозят, площадь чистят от мусора, и эта площадь превращается в одно из любимых мест местных жителей и туристов. Здесь можно отдохнуть, выпить аперитив и поужинать. Весь вечер здесь звучит живая музыка. Памятник Джордано Бруно на площади Кампо де Фьори установили в XVI веке. А сначала на этом месте был фонтан, который по приказу Папы Римского накрыли крышкой. Из-за того, что чаша фонтана часто засорялась, да и многие в этом фонтане мылись после любовных утех. Вот поэтому фонтан и был накрыт крышкой и перенесен на другое место. А сейчас этот фонтан больше похож на супницу. Что же касается памятника Джордано Бруно, то он установлен лицом к Ватикану, а надпись на постаменте гласит: «И все-таки она вертится». Рядом с Кампо де Фьори находится остерия простой итальянской кухни. Здесь очень просто. На столах бумажные скатерти, а прямо на подоконнике поварихи готовят домашнюю пасту. В этой остерии всегда аншлаг. Публика здесь самая разная. Студенты, туристы, итальянцы.
Рекомендую эту остерию для тех, кто хочет попробовать семейную настоящую пасту. Теперь в Италии вот в таких магазинчиках свободно продают марихуану. Большой минус поездки в Рим в августе – это то, что многие итальянцы уходят в это время в отпуск и закрывают свои торговые лавки, магазины, рестораны, бары. В это время город пустеет, и только одинокие туристы бродят по узким улочкам Рима. Если будете проходить мимо этого магазина, то обязательно загляните и купите что-нибудь перекусить. Здесь очень вкусная пицца. Очень жаль, что когда мы с мужем проходили здесь вечером, то на витринах было мало выпечки. Не смогла я показать вам весь ассортимент. Эх, как жалко. Вот и подходит к концу наша сегодняшняя прогулка. Мы возвращаемся на парковку за машиной. Буду очень рада, если это видео было вам полезным. Я прощаюсь с вами и до новых видео, друзья! Volevamo andare a fare...
Mm-hmm.